Привет, друзья! Вы на канале интернет-магазин Милана. Меня зовут Михаил. Сайт наш называется milana163.ru. На нем можно сделать заказ на любую модель. Ссылочка под видео в описании. Я буду вам снимать видеообзоры про редкие кожаные курточки. Стиранная кожа, винтажная, из кожи буйвола. В основном из кожи буйвола, в стиле милитари. 90% моделей у нас в стиле милитари. Знаете, такая стиль такой мы подбираем, чтобы товар не выходил из моды. Он реально вне моды. Вот. И 10 лет назад он был актуальный, и сейчас актуальный. И я думаю, еще столько же лет будет актуальный. Ну, потому что, ну, это такая одежда, которая, ну, реально, ну, бомбера там, они не выходят из моды. И, я думаю, никогда не выйдут. Потому что они удобны. Основное мы делаем акцент, чтобы одежда была функциональная, удобная и вне моды. Человек купил и носит ее реально 10-15 лет. Ее не износить, не порвать невозможно, она очень долго носится. И, ну, максимум там что-то кармашек может быть там вытрется или там подкладочка. Вот. Или от ключей там от грубых что-то такое вот в кармане. Но, хотя стараются ткань там плотную делать. Вот. Но в основном, конечно, по 20 лет, по 15 лет носит. Ну вот можете сами отзывы почитать наши. Даже люди в чате пишут и вот говорит, пятый сезон нашу куртку. Фото присылают, сам удивляюсь. Как новая, понимаете? Ну как новая, реально. Говорит, в кармашке единственное от ключей провалось, зашил. Вот последний отзыв можете посмотреть в комментариях на Харьер. Мужчина написал очень обширный отзыв, такой прям красивый, я его поблагодарил. Все подробно описал, недостатки какие там, что там не так, что ему не понравилось. Не понравился ему карман вот здесь вот. Говорит, ну вот цепляешься, когда в машину садишься. Ну, в сервисной, на липучке. Вот, а так в целом, говорит, куртка огонь. Ну вот, такие наши модели. И сразу попрошу вас, ребята, лайк. Это для нас очень важно. Без этого как бы и вы видео не сможете посмотреть, и YouTube не будет продвигать. Ну, соответственно, им и стимула не будет никакого снимать для вас ролики. И подписочка, если интересно, получать новые видео. Так вот, перейду к курточке. Вот бушлат получили. Огненный, ребята, бушлат. Огненный. У него такая кожа необычная. Стиранная, вареная кожа. Кожа буйвола. Он двубортный. Края такие вытерты. У нее, знаете, какой коричневый... коричнево-коньячный цвет, темно-коричневый перемешан цвет со светло-коричневым. Если посмотреть, тут такие черные такие разводики со светлыми перемешиваются. Очень интересно сделано. Удобные карманы на груди. Бушлат называется «Адмирал». Ну, классный бушлат. Вот. Удобные карманы здесь глубокие. И руки вот удобно класть. Так вот. Ну, класс. Я потом померю, покажу, как это все выглядит. Ну, двубортный. Причем с большим запахом, кто вот, ну, не любит, когда ветром продувает. Здесь застегивается, можно прихватить, чтобы он не заворачивался. И вот такой двубортный. Вот. Воротничок можно так приподнять, он прикольно выглядит. Ну, такие крупные лацканы здесь, мощные. Ну, можно застегнуть, кстати, под грудь, если хотите. Вот. На рукавах манжетики сделаны. Это не то манжетики, такие хлястики. Вот, со спины покажу, как интересно сделано. Вот, здесь вот такая кокеточка классная. Здесь пуговичка. Такая она просторная. Здесь кожа. Кстати, все это влияет на расход кожи. Производитель не экономит. Вот, как бы можно было попроще сделать. Нет, пошел по такому пути. Швы двойные, как на джинсовке сделаны. То есть швы прочные очень, вытертые. Кожа оббивается в барабанах, вытирается. Она, кстати, с ремнем. Вот у нее поясок есть. Можно пояс носить, а может прям вот так вот его. Знаете, как я видел на покупателя, на одном вот так вот застегнул сзади, вот так, и вот так вот. Пряжечка такая ходит. Ну, когда ему не надо поясом. Захотел с поясом. Можно вообще его снять. Средненькая такая длина, пиджачок прикрывает. Кто костюмы носит, часто бывает, знаете, люди на работу... И нужен какой-то костюмчик одеть. Вот это вот как раз модель. Вариант такой. И он в таком стиле casual. Подкладка из вискозы. Вот небольшое утепление. Удобные карманы.
То есть вот пуговичка запасная. Вот здесь с этой стороны карман, то есть на молнии. Все, все войдет сюда, документы. Ну, достаточно вместительный. Здесь вот карманы, кстати, очень глубокие. Продемонстрирую, вот вся ладонь входит, и он прям, ну смотрите какой. Ну, действительно внушительный карман. И здесь глубину покажу. Вот, вся рука, видите, как уходит. То есть очень удобно. Положил, руки так отдыхают, идешь, кайфуешь. Классно. Вот, что еще вам по нему рассказать интересного? Ну и все вроде бы. Давайте я покажу, как он сидит. Ну, у меня рост 1,70 м, он мне длинноват. Он... Вот так вот он смотрится. Бушлат, огонь. Вот кармашки. Вот он. Вот так вот подойду. Поближе посмотрите. Вот со спины. Ну, не знаю. Мне кажется, классный бушлат. Длина такая средненькая. Рукавчики. Ну, вот этот размер L. Замечательно сидит. И кожа, знаете, такая у нее... Не дубовая, она толстая. Он увесистый. Руками пробовал кусочек, присылает с фабрики. Пробовали на спор порвать его. Ну, прям, ну, как-то можно порвать. Гвоздем там, за что-то зацепить. Ребята, никто не смог порвать. Никто. Не так, не на разрыв. Бесполезно. Пока сил не хватило. Очень прочная кожа. Но при этом, самое что интересно, она мягкая, эластичная. Толстая, мягкая, эластичная и очень прочная. Особенность одна, она увесистая. Вот он весит где-то килограмма, наверное, 2,5 L размер. Естественно, если там 6XL размер, то он там до 3 килограмм будет весить. 3,5 даже, если очень большой размер. Но вот одеваешь его, на плечах не чувствуешь. Чувствуешь, что надежность. Что одел, и вот его носить замучаешься. Столько лет. Ну вот еще раз покажу, как смотрится. Посмотрите. А, на поясок. Поясок застегнул. Накину поясочек, как он с поясом смотрится. Вот так вот. Не буду я его там застегивать сильно. Прошу прощения. Ну, вот, как-то так. С поясочком можно. Вот. Вот. Я больше покороче куртки люблю. У меня рост небольшой. Так что, друзья, вот сейчас с вас лайк, еще попрошу вас, подписочка. В комментариях пишите все, что интересно. Обязательно сам лично на все комментарии отвечу. Вот, как сделать заказ, если понравилась модель и нравится, и хотите узнать цену. Я не могу ее тут на YouTube озвучивать, потому что съемки сегодня, а увидеть нас могут через год. Доллар может быть 200 будет, а может быть и 60. Может быть, он подешевеет. У нас все к курсу доллара привязано. Поэтому сейчас я цену озвучу. Соответственно, через год какой-то ценник будет. Скажут, мы уже говорили, давайте продавать. Поэтому под видео нажимайте кнопочку. Не кнопочку, а еще. Высыпаются вам ссылочки на наш сайт, на эту модель. Нажимаете на ссылочку, переходите на наш сайт. Там цена, все, актуальная цена при заказе. Кладете куртку, бушлатик, допустим, я расскажу вам, в корзину. При оформлении заказа вносите свои мерки, чтобы нам правильно подобрать размер. Рост, вес, сантиметром или рулеточкой под мышками меряете. Объем груди, объем животика, объем бедер. Все, я получаю заказ, вижу вашу фигуру, точно понимаю, подойдет она на вашу комплекцию или нет. Если подойдет, то какой размер. Смотрю, у вас животик крупный, но не сойдется он. Но тогда мы не возьмемся, мы не скажем, ну это, извините, это не ваша модель. Поэтому мы все оценим, выберем, если все срастается, выбираем пункт выдачи вашего города. Ну, к примеру, там, Волгоград. У нас там несколько пунктов выдачи, мы работаем с курьерской компанией СДЭК на данный момент. Пришел бушлатик в Волгоград, пришли, сказал ей имя, взяли бушлатик, примерочная кабина, зеркало померили, нравится — купили, не нравится — отложили. Не купили. Единственное, за что платите при возврате, там, ну, это стоимость доставки, это тариф курьерской компании, там, от 500 рублей, 500, 600 до 1000. Ну, в Хабаровск или там Дальний Восток, там, подороже. Ну, вы его купите только в том случае, если он у вас сядет, вам и хорошо подойдет. Можем отправить два размера, две модели.
Бывает такое, среднее между 50-м и 52-м. Ну, действительно, там, ну, кто-то... Вот я люблю вот так вот носить, человек любит посвободнее. Кажется, я там костюм надеваю. Отправляем иногда два размера. Человек выбирает из двух, один размер уезжает. То есть и такое, такая услуга есть. Оплата после примерки. Очень многие боятся интернет-магазина. Как я вот закажу? Ребята, все просто, элементарно. Вносите свои, кладете, повторюсь, в корзину, вносите свои мерки. Все остальное мы все берем на себя. Подбираем правильный размер, выбираем пункт выдачи вашего города, доставляем, приглашаем на примерку. Все. Это даже, мне кажется, удобнее, чем в магазине. Потому что пункт выдачи подбираем ближе к вашему дому. Не надо на другой конец ехать. А если вы хотите найти супермаркет, где вот такие редкие куртки развешаны во всех цветах, во всех размерах, в каждом городе. Такого нет не только, понимаете, куртки не повседневный товар. Такого нет не только в России, вот такого супермаркета, типа Спортмастер, где там тысячи моделей развешаны во всех цветах, во всех размерах, из кожи буйвола, там редкие куртки. Такого нет не только в России, в мире такого нет магазина, поскольку он не окупится, но товар редкий, понимаете, не повседневный, не имеет смысла в каждом городе открывать магазин. Сейчас я вам все это отступление такое наболевшее, потому что постоянно спрашивают, где магазин, как, чего. Сейчас я вам покажу поближе бушлатик, как он, какая у него текстура кожи, как он выглядит, какие швы там, какая подкладочка. Сейчас прям более подробное видео я вам сейчас покажу все. Вот, друзья, покажу вам бушлат Адмирал поближе к кожу. Ну, конечно, камера искажает. Вообще очень сложно передать оттенки, но вот очень близко. Вот такой вот, вот такая вот кожа. Тертые края. Видите, я как говорил, сейчас поближе, поближе. Вот видите, черный перемешан цвет с коричневым. Такая вот курточка. Бушлатик двубортный, шилзик вот там на плече, вот кармашки, кожа вот тертая, вот, чтобы понятно было, подкладочка, манжеты, кармашки, карман покажу какой, глубокий достаточно. Кожа, чтобы поняли, тактильно сложно передать, но видите, она не дубовая, она мягенькая, видите какая, но толстая при этом, такая тяжеленькая. Вот карман, тертая кожа, внутри сейчас покажу. Кармашки, Азмирель. Красавец бушлат. Классный вообще бушлат. У нас несколько бушлатов есть, несколько моделей. Адмирал, Секрет, Немец черный, Немец Браун, Кинг. Вот Кинг еще бушлат похож на этот в черном цвете. Вот. Так что, друзья мои, сейчас со спины покажу, как выглядит со спины. Вот, вот такая вот у нее, видите, спина. Кожа неоднородная такая, видите, она. Ну, искажает, конечно, очень сильно освещение. Здесь спина черной кажется, на самом деле она не такая. Ну, вот, вот сейчас вот реальный цвет похож очень. Коньячный такой. Поясок. Ну, черный цвет, ну, здесь вот видно. Вот это вот не такой черный, на самом деле. Вот вы видите, вот как-то вот так вот, видите, кажется, тень падает. Так что, друзья, вот такой бушлатик Адмирал. Пожалуйста, заказывайте. Сайт, напомню, наш называется milano163.ru. С вас лайк, подписочка. В комментариях пишите все, что интересно. Также у нас есть по ссылочке в описании телеграм-канал. Там мы выкладываем видео, там можете поделиться своим мнением. В комментариях обязательно пишите свою реакцию, нравится, не нравится. Кто-то, может быть, покупал. Какой опыт эксплуатации, там опыт, ну, использования, там, как он носится, все, поделитесь, с удовольствием почитаю, отвечу на все вопросы. Спасибо.